Всем привет, всем добрый день. Как ваше настроение? Как ваше самочувствие? Пишите в комментариях, кто скучал за нами. У нас все прекрасно. Живы, все здоровы. Я здесь на работе, как можно понять по обстановке. Хотела рассказать, что в скором времени я переезжаю в новый кабинет побольше. Там у меня будет уже 17 квадратов. Этот кабинетик у меня маленький. Кто помнит, кто за нами долго следит, знает, что я принимала раньше на дому. На дому я принимала на протяжении 2 лет. Потом я решила съехать на аренду. Нашла маленький уютный кабинетик для начала. Но сейчас я уже понимаю, что с этого кабинета я выросла. Я развиваюсь, я расту. И, к сожалению, 10 квадратов мне маловато. Поэтому я нашла кабинетик себе, 17 квадратов. Что я могу сказать? Знаете, вот такая вот ситуация была. Я очень загонялась сначала по поводу кабинета. Потом я эту ситуацию отпустила. И что вы думаете? В один прекрасный день, это была пятница, по-моему, на прошлой неделе, число я не помню какое, я захожу на Авито и смотрю кабинетик. Буквально от моего адреса этого идти там где-то 5 минут. Я думаю, короче, позвонила, приехала, посмотрела, меня все устроило, но меня только смущало то, что по навигатору идти от этого адреса моего где-то 20 минут. И что вы думаете? Ради интереса я прошла пешочком, засекла время идти 5 минут. Короче, я его сняла, подписала договор уже, и с 27 числа я уже буду работать в новом кабинете. Но прежде чем там работать, надо сначала переехать, и мы решили с Альмиром, что будем там красить стены. Там обои, они красятся, и знаете, на обоях такая ерунда, сейчас я вам покажу. Когда ты сидишь на стуле, к примеру, да, и вот спинка стула, она трется об стенку, и потом здесь образуются такие черные, как сказать, типа разводы. Вот такого вот плана, вот такого вот плана. Здесь у меня то же самое было, я это все отмыла содой. Это, к сожалению, не отмывается, потому что здесь сдертые обои. С Эльмиром посоветовали, что решили, что будем там красить обои. Вчера мы ездили в Леруа Мерлен, купили этот валик для обоев, потом вот эту вот штуку, где там краска разводится, потом пищевую пленку взяли. Что мы еще взяли? Что еще мы взяли? Заказала я краску на Валберисе, заказала такой цвет, как же наподобие сказать? Ну, такой серо, какой-то бледный будет. Он и не темный, и не светлый. Так что должна уже скоро прийти на днях. Я надеюсь, что в скором времени Эльмир мне выделит время и покрасит мне обои. Далее, что еще? В кабинет я себе купила капсульную кофемашину. Густо, Нескафе. Здесь, короче, регулируется, сколько надо воды набрать. По крепости, по воде. Очень легко, все очень просто, сюда вставляется капсула, и вот так вот. Что могу сказать по этой кофемашине? Я уже пробовала, я брала капсулы оригинальные, сейчас я вам покажу какие. Так, от Nescafe Dolce Gusto, это у меня капучино. Здесь идет 8 капсул с кофе, 8 капсул с молоком. Так, у меня осталась здесь, по-моему, одна капсула, или может еще там где-то есть внизу. Это кофейная. И также отдельная капсула идет сухим молоком. Это у меня только другая фирма. Это я заказала на пробу от фирмы Абсолютка. Также я еще какие-то такие вот заказывала. Это мне девочка посоветовала, но они подешевле. Что могу сказать? Вот эта вот фирма, здесь тоже, вот как я уже сказала, сливки идут и кофе. Мне кажется, по крепости плюс-минус такая же крепость, но вот единственное, что это отличие в сливках, потому что если брать оригинальные капсулы от Nescafe, то здесь идет прям пенка густая, и она такая прям плотненькая, а здесь немножечко пенка идет пожиже. Ну, тоже вкусно.
заказывала я что-то на Валбересе, что-то на Озоне, что-то на Яндекс.Маркете. Короче, смотрела, где цены подешевле. Потому что, честно, я могу сказать, что именно если предлагать для клиентов, то себестоимость стаканчика выходит как бы дороговато. Ну ничего, кто-то у меня пьет с молоком, кто-то пьет обычный черный кофе, но, естественно, черный кофе, он выходит дешевле. Но я, наверное, заказала кофемашину, может, где-то неделю назад. Но пока вот пользуюсь, все устраивает, но я думаю, что именно в кабинете очень это практично. Также я еще взяла, знаете, что взяла? Сейчас я покажу вам. Мы же с вами давно уже не болтали. Так, смотрела очень много я видео на YouTube и советовали взять одноразовые, многоразовые капсулы. И сюда вот насыпается кофе, обычный заварной кофе. Естественно, выходит подешевле, чем именно, капсулы. Бог ты мой, а? Анастасия, как открыть? А, вот. Такая вот идет капсула. Я заказала, здесь было в наборе 3 штучки. Также ложечка такая. И щеточка. Вон там щеточка еще. Заказала вкусный еще кофе. Одну упаковку домой и одну на работу. Но я могу сказать, это очень вкусный кофе. Я его завариваю просто в кружке. Я уже показывала вам много раз, как я это делаю. И прям кофе вот реально вкусный. Я заказывала его на Яндекс.Маркете. Там была отличная цена. Я вот что-то там взяла за 280 с чем-то рублей. А так он стоит около 400 рублей. Хотела я потом еще заказать, но, к сожалению, акции этой уже не было. Еще эти капсулы не пробовала. Мне надо какую-нибудь купить штучку для кофе, чтобы туда его высыпать. И уже я попробую, если что, там с вами поделюсь. Мы уже дома. Эльмир меня встретил с работы. Заехал, попил кофейка. Вот, и мы заехали с Эльмиром в магазин. Сейчас я вам покажу, что мы купили. Друзья, всем привет. Всем отличного настроения. Всем нихао. Нихао. Да. Что ты будешь? Ну, давай, показывай. Я буду тебя снимать. Сейчас я, наверное, вспышку включу. Подожди. Ребята, короче, Эльмир купил видеосвет. Такой вот маленький домой. Я сейчас такая снимаю, говорю, сейчас я говорю, вспышку включу. Он такой, подожди. Я говорю, что? Есть же видеосвет. Штатива у тебя нету. Добрый вечер. Угу. Как же его поставить, да? Подожди, ну штатив же этот у нас какой-то же есть. Видите, как ярко горит. Словил зайчика. Зайчика. Он там подойдет? Да. Ёпта. Это теперь заживем. Сейчас я ищу этот. Что? Шланг тяну. Опа. Смотрите, как сразу, да, меняется картинка. Без света и со света. Качество. Да. Как ни крути. Ты немножко громче говори, если что. Я просто отвык разговаривать. На камеру, да? На камеру. Угу. Это мне на работу. А показывать не надо, да? Или ты молчаешь? Просто показать на камеру, чтобы... Эльмир. Да подожди, да я...
Да показывай сразу. А сколько ты, кстати, картошки купила? Вышло 5 чем-то там. Или, да, или 5600, или 5800. Минут 15 выбирала всю картошку. Морковку. А ты 3 пачки жрала. 3, да. Это на работу мне. Надо ушные палочки. Гречка в пакетиках. Царь. Мы такую не брали. Ну, попробуем. Здесь картошка у нас. Гель для стирки детского и взрослого белья. Не знаю, взяли ребята на пробу, короче. Но люди берут его хорошо. Здесь сколько у нас? 5 литров. 5 литров, да. 170 стирок. Не знаю, будем пробовать. Ну, потом, мне кажется, если надо что, скажу. 170 делить на 2. Скорее всего, да. Это вкусный сыр. Сыр это фирма, да, вкусная. Сухари. Угу. Панированные. Чай. Настюха уже взяла сахарную пудру. На Пасху готовится она. Сахарную пудру взяла. Да. И там приправы. Аджика сухая и для курицы. Сгущеночку. Это на блинчики, на оладушки. Эльмирка ест. Что, они уже слиплись? Ну, начали, да, таять уже, надо кидать разочек. Не знаю, килограмм такой взяли. Посмотрим. Да. Берем кулинарный выходной. Оп-оп-оп-оп-оп. Тяжелая артиллерия. Окорок на 580 рублей взяли. Мы его уже брали, он вкусный. Да, четкий, нам нравится. Кстати. Прям четенький. Да. Надо так, кинчику взяли. Это на работу взяла, да? Да. Салфетки такие. Гель для этого, для стирки тела. Гель для душа у нас уже закончится наш. И вот такой взяли мы это. Получается капсулу для стиральной машинки. Не знаю, здесь 52 стирки, но скорее всего его надо кидать по 2, угу, чтобы лучше отстирывалось. Если это мало, конечно, белья, то по одной будем кидать. В общем, посмотрим, не знаю, но потом Настюха, если что, вам скажет. Прежде чем брать, я зашла на Валберис и почитала отзывы. И отзывы все хорошие были. Кто-то писал, что надо по одной капсуле кидать, кто-то по 2. Ну, короче, будем пробовать. Фирма какая-то, Стимул. Зато тут написано, знаете что? Сейчас я вам скажу, что меня прям поразило. Первое предприятие, запустившее производство водорастворимых гелевых капсул для стирки на территории России. Так они первые даже, оказывается. Да. Ничего себе. Поэтому это вот даже написано. Первый российский производитель. Меня это прям покорило. Я думаю, надо брать, попробовать. А то привыкли Тайд, Персил, Ариэль. Вот, Стимул, Стимил, Стаймил, короче, выбирайте для вас любое подходящее название. И вот такие грибы домашнего производства. Юнона. Грибы маринованные. Ну, мы, кстати, уже брали не один раз. Они прям вообще прям кайфовенькие. А еще если огурчики достать с грибочками, то под картошечку. Какой у нас сзади вид бомжатский. Я смотрю, это вообще 2 коровки стоят. Раз там, 2. Какие-то... Ну, это родителям вот... это качеля. Еще никак не уедет. Где у нас, короче, батарея? Там, блин, все обшарпано. Короче, там что-то в пакете стоит, блин, пароварка. Короче, вообще... Бомжи, да? Зато телевизор на кухне стоит. Ага. Еще там у нас бумага, мы взяли 12 рулонов. Вообще, я уже долгое время беру бумагу одной фирмы. Мы взяли эту попробовать. Не знаю, где-то я еще купила хлеб, чипсы, да? Там сумки еще. У меня. Да, в сумке у тебя. Вот. А с чем ты взял? Шашлык? Сметанка. Сметанка. Короче, ладно, сейчас мы это все будем слаживать по своим местам. И будем кушать, потому что
Я съела только один сегодня бутербродик. А ты что ел сегодня? Чай пил. И два бутера с утра. Понятно. Ой, немножко ляпа текло. Гель от душа. Так, у ладно, ребята. Так, вчера я готовила. Здесь у меня филе бедра. Сделала вот с такой вот подливкой. Здесь у меня лук, морковка и кукуруза. А кукурузу я замораживала. Эльмира то же самое. И рис. Здесь у нас баклажаны, которые мы закрывали вместе с мамой летом. У нас немножко осталось. Сейчас мы будем доедать. Вот. Чаечек. Вот здесь вот чаечек я уже заварила. Гипаратик. Это заменитель сахара, кто не знает. Ну, единственное, что я забыла купить лимон, потому что чай я люблю с лимоном пить. Так что мы сейчас будем кушать. Всем приятного аппетита, кто будет кушать вместе с нами.